слиться, да. Причем? Кому нельзя не интересоваться. Сообщество тюменских фотографов. Что-то все такие молчаливые. Мы же фотографируем. Я заметил. Я заметил. Если бы ты пришел на сообщество тюменских поэтов, тогда, понимаешь, лилось бы рекой все. А что у вас Куликова не видно? Куликова. Куликов тут при чем? Че, он вообще сюда не едет? Ну, то есть, как бы он к этому мероприятию, то есть организационно никакого отношения не имеет. Поэтому просто. Я конечно не фотограф, даже фотограф-любитель. Телу. Но иногда. А Сергей разумный, что-то не видно его в последнее время. Этот кадр тоже как бы. Кого? Сергей разумный. Пьянка. Работа, да. 5000 кадров. Да. Сейчас. Сделаем стереосъемку. Да? Тогда. Блин, все монтировать теперь придется. Вот такой я классный. Приятель, как тюменская фотосушка. Тихо. Сибирь, зима, почти что уже. С лета вдруг осень. Тут фотографии еще какие-то интересные, всякие разные. Люди ходят, все это дело рассматривают, не снимаем. Потом будем смотреть, всем показывать. Все будут счастливы и здоровы. Фотографы тюменские, интересные, любители, профессионалы. Ну и все желающие вообще, кто интересуется в какой-то степени фотографией, как вот здесь. Замечательное такое мероприятие, хотя обещали, что нам будет в следующий раз только в мае месяце, вот сегодня это начинается. Так что, так смотрите. Просохнуть? Что, все